Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и я решил поиграть в игру Гипс. Давно не играл, вот что-то мне захотелось. Ну что ж, давайте немножечко здесь походим, побродим. Как видите, у меня здесь развито практически все, кроме способностей, ребят. У меня урон от пуль, буквально еще одно умение, и будет полностью прокачано. Но также нужно и защиту. Так, ну а сейчас у нас мини-игра. Заключается она в том, чтобы я должен здесь собирать монетки, ну и по возможности давить зомбарей, которые мне в принципе ничего ровным счетом не дают, а кроме того, что я могу насобирать себе много черепков и сделать супер оружие себе. Но воспользоваться я им, к сожалению, не смогу здесь. Так, а вот монетки, да, монетки мне нужны. Мне нужно очень много денег, ребята, потому что способности стоят очень дорого. Одно улучшение 500 голды. А их там нужно, ё-моё, целая куча. Так что на этих мини-играх можно просто зависать сутками, чтобы набивать себе очки. Хотя есть намного проще способ, ребят. Это покупать откаты на боссов, валить их. Вот видите, я заработал себе золотое оружие. Но воспользоваться я им здесь не могу, к сожалению. Так вот, что по поводу откатов боссов, ребята. Я в свое время фармил такого босяру, вы помните, наверное, жирный, который поедает зомбарей и плюется ихними же косточками в тебя. Так вот, берете просто-напросто в магазине, покупаете мясо, юзаете, он откатывается, вы приходите, его убиваете, и вам дают приличное количество денег. И вот так вот несколько десятков раз, и вы себе накопите приличное количество денег, поверьте мне. Но сейчас я этим пока не занимаюсь. И сегодня вообще планирую, ребятушки, сходить на босса последнего. Это моя будет, наверное, 25-я попытка, а может быть даже и больше, убить его. И хотел бы заодно у вас спросить, когда вы посмотрите тактику войны с ним, что я не так делаю и как победить его в конце концов. Так, давайте, может быть, еще лопату возьмем. Покопаем, как говорится, маленько сундучки. Если у нас, конечно, здесь что-нибудь выкопается. Хотя я почему-то сомневаюсь. Так, ну видите, скорость пока маленькая. Обычно, когда время подходит к концу, у нас она в разы увеличивается. Но пока что-то я безуспешно. Даже монетку... А, вот, монетка одна выпала. Хотелось бы, конечно, не монетку, а ящик целый выкопать. Лучше, чтобы всегда выпадали только ящики. Но хоть что-то уже начало нам выкапываться. Во, пошли-пошли монетки. Но все равно маловато, ребят. Так, ладно, будем везде копать. Стараться, да-да-да. Так, времени остается очень мало у нас. Сколько я насобирал монет-то, я даже не пойму. Вообще гроши. О, ящик, но он, по-моему, пустой у нас. Это мы потом уже посмотрим, когда у нас время кончится, мы его вскроем. Так, монетка еще одна выпала, еще одна. Фигня, блин, полнейшая, а, ребят. Давай, время поджимаю, у нас будет увеличиваться сразу скорость, и, возможно, мы что-нибудь еще успеем надыбать. Вот-вот-вот-вот-вот, уже ближе к теме. Так, 40 секунд. Во, пошло. Давай-давай. Ну, честно говоря, это... мини-игра мне не особо нравится. Вот мне больше нравится или на зомби кататься, или расстреливать с минигана. Черт, вот-вот, время, ребята, слышите, да? Музыка затянулась. Вот, у нас увеличилась сразу же скорость. Так, давай здесь. Даже буквально один разок достаточно копнуть и... Да что ж такое-то? Во-во-во-во-во, нормуль. Но этого все равно очень мало. Ну что это, ну копейки, елки-палки. Так-так-так-так-так-так, давай-давай-давай-давай-давай. Да что ж такое-то, ну, ничего не выпадает. Абсолютно, ребят, ну. Да, вот и закончилось. Закончилось у нас время, которое нам было отведено на раскопки. И здесь у нас винтовка выпадает. Не будем мы ее брать, она мне не нужна. Я, честно говоря, привык пользоваться дробовиком. Так, да какого фига ты у меня магией-то пользуешься? Я не пойму. У тебя дробовик должен быть в руке. Так, также здесь есть, ребята, такие мини-игры, как отбиться от кучи зомбарей. А, вляпался. Так, ну что, давайте немножко повоюем с этими охламонами. Раз уж мы попали на них, придется всех колбасить здесь.
Да, игра, по-моему, немножечко даже улучшилась в плане того, что зомби стали какие-то более чётенькие. В общем, выглядят они замечательно. Раньше какой-то кусок сброда бегал, а сейчас, смотрите, все отлично. Так, ружбайка здесь золотая лежит. Но все, выполнили. Даже не воспользовался ей. А жаль, надо было. Так, ну что, давайте тогда отсюда выходить. Две монетки эти заберем. Жаль, конечно, что программисты не всовывают сюда новых каких-то боссов, новые локации. Было бы довольно интересно, потому что сама по себе игруля прекрасная. Экшен еще тот. Вау-вау-вау. Джейсон опять там у нас буянит. Так, эти червеподобные тут, блин. Блин, такое впечатление, что я разучился играть. Ага, Space у нас двойной прыжок. Потихоньку вспоминаем. Я еще помню, здесь, ребята, можно использовать динамит, если он у нас есть, бросать им. Ну и, естественно, оружие ближнего, блин, боя. Это ножи, кувалды, там, топоры. В общем, что у нас попадется. Так. Джейсон без маски, видите, какой лютый, а? Все время бьет меня, гаденыш. О, эти без ноги тут ползают. Скелетики. В общем, весь полный сброд здесь собрался. Я еще удивляюсь, почему здесь оборотня нету. Обычно он тоже любитель вот в таких вот именно заварушках поучаствовать. Так, отлично. Хрен, как говорится, кто нас возьмет. Ну давай, давай, а-а-а. Дудки тебе, Джейсон. Сейчас я только разберусь с этими поганцами, и до тебя дойдет очередь. Ну, давай, иди сюда, где ты там? Ой, елки-палки, не успел даже стрельнуть. Готов, хлопчик. Лежит, язык на боку. Подбитый глаз. Так, что у нас тут? Денюшка. Деньги мне нужны. Вот, ребята, я накопил себе на одно улучшение. Даже, скажем так. Церквушка. Могилка. Честно говоря, я не помню. Могилка, там, по-моему, есть, я не ошибаюсь, у нас босс. Босс-скелет. Ну, можно будет, в принципе, потом это все... О, телега. Так, давайте быстрее подойдем к ним. Это у нас торговцы, они у нас торгуют. И могут что-нибудь хорошенькое нам подсунуть. Так, ну-ка давай-ка, что тут у тебя, показывай мне. Боннет. Нет, меня не устраивает эта фигня. И, блин, причем еще не все переведено. Ну, что это? Ручной арбалет, он у меня есть, мне он не нужен. Уменьшение отдачи и разброса у автоматического оружия. Нафиг бы оно мне нужно. Так, очки, бант. Ну, бант это вообще фигня полная. Томиган. Основное оружие. Это, по-моему, у нас автомат, ребята. 2500 стоит. Довольно не слабо цена такая, да? В общем, ничего у них хорошего для меня нету. Давайте-ка сюда вот в паб зайдем. Это наш личный магазин, так скажем. Вот, ребята, здесь это все есть. Стак динамитов, мясо, репелленты. Это, ребята, когда мы ходим с вами по карте, мы включаем его и не попадаемся на случайные стычки зомбарей. Давайте, наверное, еще возьмем немножко стаков динамитов. Я так думаю, что нам пригодятся они в дальнейшем. Правда, я, честно говоря, забыл, как ими пользоваться, как их бросать. Но пускай будут. Так, а здесь у нас что? Так, давайте посмотрим. Кивер. 8% к урону. Бант. Да, в принципе, ничего хорошенького и новенького у нас здесь не появилось. Противогаз, сигара, капюшон и пень монстр маска. Но в данный момент она на мне надета. Так, видите, я еще даже не все оружие, ребят, собрал. Меч, топор, бита, винтовки есть новенькие. Так, ладно, давайте выходить. Но тихо у нас здесь, да, спокойно, зомбарей нету. Тогда смело отсюда выруливаем. Блин, конечно, торгаши меня немножко подвели. Я думал, что-нибудь хорошенькое продадут, но нет. Так, а это у нас мост. Ну, там уже надо будет идти к боссу. Так, давайте попробуем без репеллента, может быть. Да, попадаем мы на стычку. Как раз мне нужны деньги. Так, ну смотрите, тут и жрачка у нас есть, так что все у нас тут будет хорошо. Где я даже без проблем пройду эту каточку. Так, воу-воу-воу-воу-воу-воу, прут. А, уже Джейсон появился. Ясно, и скелеты здесь уже у нас. Все в полной куче.
Скелеты, видите, вот, их подбиваешь, они все равно без головы, но ползут, гады, чтоб только меня схватить. Но не тут-то было. Не все так просто, как они думают. Это самые первые видосики, когда я в нее играл. Да, там, конечно, меня они лупили, будь здоров. Но теперь я очень хорошо развился, усилился, укрепился, раскачал. Оу, а вот, ребята, и сам оборотень к нам пожаловал. Так, ну вы знаете, да, что делает оборотень, когда впадает в ярость. Вот, сейчас он продемонстрирует. Вот, он нападает на тебя и бьет. Поэтому нужно, ребята, в него всегда попадать. И никогда не держите в руках в этот момент огнемет. Потому что я сколько раз пробовал его валить огнеметом, нифига у меня не получалось. И все время я проигрывал. А он как раз у нас здесь и лежит. Как специально, нет. Его можно взять, в принципе, вот сейчас, когда нет оборотня, и просто сжечь тут всех этих мертвецов, скелетов. Довольно было бы неплохо. Так. Ну давай, скелетики, подходите, подходите, подходите. Чего вы там? Не стесняйтесь, я вас всех угощу своими патронами. Воу, осталось тут совсем немножко ползуны. Еле ползут, без рук такие, но все равно мы тебя типа достанем. Хрен, как говорится, вам. И у нас здесь что? Вот, можно было бы вот эту вот пушку взять и всех расстрелять. К ядре не фени, без проблем. Так, ладно, давайте прогуляемся с вами дальше. Может быть, взять миниган, ребята, бонус, вот эту мини-игру, да пострелять по зомбарям, а? Что скажете? Или не будем? Тихо, 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 не суетись. Начинается тут. Пока вот хорошо, что они нападают с одной стороны. Вот волна идет. Но когда мы начинаем вот переходить на другую сторону, оу, так, кислотник вылез. Его желательно бы тоже, ребята, уничтожить. А он, видите, прячется сразу под землю, гад. Но у меня вот эта вот маска пенька, она как раз меня защищает. Так, давайте-ка вот так вот всех тут зажарим нафиг. Оборотня нету, и поэтому можно спокойно тут их всех сжечь. Зачем, как говорится, добру зря пропадать. Но, если честно, мне огнемет не особо нравится. Воу, оборотень явился. Ну-ка, поехали. Вот это я понимаю, сейчас тут будет полнейший расколбас, ребята. Слушай, хорош, хорош меня тут уже зажимать, уродцы. Так, блин, Джейсон, ты достал на самом деле тут. Все, готов, охламон. Да что такое, почему меня там зажали, блин, не могу двинуться даже, а? Так, все, кончилась моя суперпушка. Так, пенька мы завалили. Так вот, я не договорил, вот эта вот маска, которая на мне надета, она у меня идет для защиты от кислоты. А брал я ее специально для последнего босса, потому что он там и кислотой пуляется, и огнем. Там у него хватает, короче, своих прибамбасов. Почему я краснею? Ах ты, черт, на мне черви были, блин. Вот они, гады, получили свое. Так, что у нас тут? Нет, это мы брать не будем. По-моему, у нас такая же, кстати, в руках есть кувалда, так что без нее обойдемся. А что это за счастливый котелок? Снижение вероятности найти пустой ящик. Нафиг не нужно, если честно. Бесполезная фигня. Так, куда бы тут еще сходить-то, а? Давайте вот сюда, посмотрим. Да, ребята, могилка — это именно босс-скелет. Если кто не видел, то смотрите. Это такой вот чудило. Вот он выползает. Но он здесь будет не один. У него будет армия. Армия его скелетов, блин, которые будут мне сейчас тут мозг компостировать. Причем вот эти вот шипы скелет вызывает, которые меня все время куда-то откидывают, отталкивают. И причем обязательно в кучу вот этих вот скелетов. Но все равно, в любом случае, я должен здесь справиться. Все-таки не в первый раз играю в эту игру. Знаю здесь, что к чему. Так, давай. Сейчас вот эти вот кости исчезнут, ребята. И вот, появляется вот куча скелетов. Так, ладно, будем сейчас их тоже бомбить. Но нам желательно как можно быстрее завалить самого босса. Поэтому как он только появляется, сразу же будем бежать к нему и его расстреливать. Вначале мы ему отобьем все руки. Потом он будет уже дурило головой биться об землю. Ну и там его на смерть, как говорится, и придет. Естественно, ох, ё-моё, сколько вас тут. Естественно, он, ребята, нам даст кучу денег за свое убийство. Вот он, вылез. Черт, меня туда к нему подталкивают вот. Видите, эти шипы. Так, эта армия практически у него бесконечна. Ребят, я буду с ней драться до посинения. Я их буду уничтожать, он все равно их будет возрождать. Так что это, так скажем,
не основное у нас. Основной, главное, босс. Так, вот, у него еще две полоски ХП. Сейчас, сейчас, ребята, мы до него доберемся. Можете не волноваться, мы его расколбасим. Как пить дать. Да хорош тут, блин, вот видите, опять появляются кости. Сейчас они исчезнут, точнее, рассыпятся. И из них вылезет еще, видите, партия вот этих вот поганых скелетов, у которых даже не руки, а, скажем, шипы какие-то. Ну что, гад, давай потанцуем. О, он уже там махает ручонкой своей, босяра. Не нравится ему что-то. Да мне-то по большому счету плевать, что ему нравится, что ему не нравится. Мне надо его заколбасить и как можно быстрее. Воу, да ладно тебе. Все больше и больше становится армейка у него. Ну, мы ее, конечно, периодически подчищаем. Все, одна рука у него уже не работает. Он там что-то дергает своей второй корявой ручоночкой, но ничего толком сделать не может. Так, все, одна полоска жизни. Вот этот балбес начинает биться головой об землю. И у него всего лишь одна полоска ХП. Сейчас мы ее быстренько и разбомбим. Давай, давай, давай. Сейчас быстрее все будет. Ага. И заключительный, ребята, выстрел. Давайте пробивать черепушку. Потрогали такие, да? Вот именно здесь. И вот он, сундучок, ребята, с деньгами. Все, будем стоять и просто собирать деньги. Так, сколько мне дадут золотишко? Ну, я вам скажу, довольно неплохо. О, уже за 1000. Ну что же, не зря мы сюда пришли, не зря мы его подбили. Я, грубо говоря, могу себе 2 улучшения сделать. 2 улучшения своих способностей. Так, лопату мы не хотим брать. Может быть, еще на зомбарях покататься, а? А почему бы и нет? В принципе, это халявные, ребята, деньги. Ничего здесь сложного нету. Просто катаемся себе, подбиваем этих зомбарей. Ну и, в принципе, все, и деньги капают к нам. Вот, я еще накопил себе на супероружие. Только вот ума не приложу, для чего? Для чего это здесь нужно, если я не могу этим воспользоваться? Так, деньги. Ух, монеточки ко мне просто рекой текут сами. И эти зомби причем даже ничего не могут сделать. Просто не успевают меня даже поймать. Слишком большая скорость. Также я могу, ребята, на трамплинах подпрыгивать и, соответственно, тем самым их давить. Ну, это даже и ни к чему. Нам и этого достаточно. Так. Было бы прикольно, если бы мы вот этих зомбиков выдавили бы, да? И с них еще монетки бы падали бы. Так, возможно, бы ускорилось бы у нас пополнение нашей казны. Ну и, соответственно, мы бы быстрее прокачались. Так, вот еще монетки. 1286 золотых у меня. Это очень хорошо. Мне бы 1500, я бы был бы доволен. Так. Ну, а потом, наверное, ребята, мы с вами ломанемся на главного босса этой игры. Так, отлично. Блин, немножко пропустил, конечно, но да не беда. Ничего страшного в этом нету. Да ё-моё, что такое? Очень много пропускаю денег, ребят. Меня это не устраивает. Так, ну, естественно, в ящики врезаться нельзя. У нас будет сразу тратиться здоровье. Смотрите-ка, у меня уже 4 сердечка нету. Хотя я ничего такого не делал. Видимо, гаденыши меня все-таки успевают как-то задеть, дотронуться, немножко побить. 329 монет я заработал за вот этот прокат. Так, ну что, давайте, наверное, включим репеллент и пойдем уже, наверное, до главного босса. О, смотрите-ка, ребята, еще торгаши. Ну и что у вас на этот раз? Кстати, вот так, когда крутишься, ребят, восполняешь себе здоровье. Запомните это. Так, ну что у тебя тут есть? Маска сварщика. Так, во. Пускай будет у нас вот этот вот шлем. Так, ну, если честно, мне нужна маска. Во, давайте вот эту возьмем, да, противогаз. На 40 меньше урона от кислоты и огня. Думаю, что для последнего босса вот этот вот прикид у нас будет практически как топ. Ну, не знаю, в общем, мы когда до него дойдем, мы сразу же с вами и проверим, насколько быстро он нас будет разбирать. Так, там еще, не забывайте, еще будут зомби, несколько комнат. Так что придется нам там немножечко побегать. Ну что, в принципе, ничего я тут хорошего, ребята, больше не вижу. И, наверное, мы будем здесь закругляться с торгашом.
Как обычно, он нам ничего хорошего не дал. Ясно. И вообще редко, когда что-то можно хорошее найти у торгашей вот у этих. Но если найдешь, то надо будет, конечно же, брать. Так, у нас скинута наша маска пенька. Также мы сбросили с вами цилиндр. Ладно, все, и мы отсюда потихоньку будем убегать. Как раз у нас с вами репеллент. Вот этого, ребята, босса я фармил периодически. Он очень простой и дает довольно неплохо денег. Но, естественно, нужно будет покупать сброс для него. Так, что, идем на мост. По мосту сейчас мы с вами должны... Ух ты, а у нас вот как сразу сделали. Вот это, кстати, хорошо. Раньше приходилось мост проходить полностью. А теперь мы просто телепортируемся и все. Ну что, босс, я думаю, нас будет сейчас рад видеть. Понеслась, ребятушки. Вот он этот гад. Все, нам плевать, как говорится, на зомбарей. Мы будем в первую очередь расстреливать именно его. Блин, зомбари эти зажимают. Сейчас еще, ребята, пойдет у нас кислотный дождь. Мы тут будем, грубо говоря, бегать по кислоте, что нам усложнит вообще все это прохождение. Вот, началось. Началось, ребята, блин. Так, ладно, фиг с ним. Его еще фиг пробьешь, пока этих зомбарей не уничтожишь. Так, сколько у него? Елки-палки, у него еще очень много здоровья. А у меня мало. Надо бомбить. Сейчас он еще смотается от нас. Так, ну-ка. По-моему, а нет, еще не сейчас. Все, ребята. Так, подкрепляемся. Нам нужно здоровье восстановить и садимся за пулемет. Сейчас будет нашествие зомбарей. Не забывайте, что у нас пулемет перегревается. Нельзя доводить его до красна. Нужно делать небольшой такой перерывчик. Но, видимо, у нас тут ничего не получится. Они слишком плотно идут. Блин, все, зажали, ребята, зажали. Придется теперь уже так разбираться с ними с помощью своего дробовика. Так, ну это, в принципе, все ерунда. Мы здесь с вами должны справиться. Главное, чтобы не зажали нас с двух сторон. Но это у них не получится. Так, яблочко, морковка. То есть еда у нас здесь еще есть, это хорошо. Так, и вот, вот он появился, босяра. Так, ребята, надо отсюда вас сруливать. Вот он, портал. Так, я делаю обычно вот так, ребятушки. Прыгаю вниз и вот здесь начинаю просто кувырками бежать. Потому что если здесь со всеми с ними драться, поверьте мне, заколбасят. Вот это самый простой способ, который вы сейчас видели. Так, давайте дальше также будем продолжать. И в следующей комнате тоже, потому что там будет у нас метеоритный дождь, да? Вроде бы так, если я не путаю ничего. Так, мост у нас здесь. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Нам нужно с вами сохранить как можно больше жизней для финальной стычки. Давай, не тупи. Отлично, ага, а вот у нас и метеоритный дождь. Также, ребята, бежим. Да, конечно, я не спорю, мы можем попасть с вами. Вот как сейчас, загорелись даже чуть-чуть. Но, поверьте, все равно здесь мы потратим меньше здоровья. Вот, а вот здесь надо уничтожить вот эту вот фигню. С него снимается щит и продолжаем его колбасить. Потому что если эту кнопку не уничтожить, он не получает урона вообще никакого. Так, у него осталось 1,5 полосочки здоровья. У босяра у этого... Черт, зомбарей-то сколько здесь? Так, ребята, смотрите. Все, 1 полоска хп. Блин, еще эти метеориты начали падать. Как говорится, все в кучу. Давайте еще сюда кислоту для полной кучи. Чтоб я здесь вообще не смог выжить. Так, ребят, все, очень мало у него здоровья остается. Ну, отлично, он падает. А под капюшоном скрывается... Рэй! И вот, ребята, я становлюсь сам вот этим некромантом. И видите, приходят чуваки, которые меня начинают колбасить. Что здесь нужно сделать? Я вот никак не могу понять. Я не могу от них убежать, я не спрятаться, ничего. Зомбари, которые якобы за меня тут дерутся, они просто разносят в хлам. У меня не хватает, знаете чего, мощей даже, чтобы их победить. У меня очень слабый дамаг, вы посмотрите. Они меня разбирают просто на ура. А я их... Вот, одно сердечко только у Люси отнял. А еще там Руперт у нас, блин. Вот здесь, в принципе, ребят, я и встрял. Так что, если кто-то прошел, то жду в комментариях вашу тактику и что здесь нужно сделать.
Видите, они просто разносят моих зомбарей в щепки. Так, 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 ну. Все, ребята. Подбили меня, к сожалению. Да, неудачно получилось. Но, тем не менее, мне понравилось. Хоть немножко поиграл, хоть немножечко развлекся, развеялся, так скажем, и вспомнил былое. Ну что ж, дорогие мои друзья, давайте тогда, наверное, на этой ноте я буду завершать свой выпуск. Вам, конечно же, всем большое спасибо за просмотр. Если вам видео понравилось, а я надеюсь, вам понравилось, то ставим лайк, не жалеем. Так, давайте-ка мы, наверное, купим здесь кое-что. Урон от пуль, хотя надо было это сделать дурачку мне перед боссом. И возьмем сопротивление урону. Да, пускай будет так. Ну что же, ребята, все. Всем пока, как говорится, до новых свежих видосиков. Увидимся с вами позже. С вами был Рэй. Всем удачи, всем пока. Не болейте и будьте счастливы.